приграничном селе Кулунду сразу два радостных события. Местные жители радуются открытию нового детского садика, а педагоги – повышению заработных плат с 1 апреля. Повышение зарплаты – это очень хорошо. Многие вещи станут доступнее. Раньше из-за низкой зарплаты наши воспитатели уезжали, искали другую работу. Теперь это станет стимулом и для молодых кадров. Они тоже будут оставаться и работать на местах. Детский садик рассчитан на 140 детей. В нем работают 13 воспитателей. Как подчеркнул аким района, работа по обеспечению отдаленных сел социальными объектами продолжается. Сегодня в районе Лейлек 10 социальных объектов. В Лейлекском районе завершено строительство 10 объектов. Сегодня состоялось торжественное открытие детсада «Бурул-Эне». Его строительство было начато в 2019 году на средства госбюджета. Из-за пандемии строительство пришлось отложить. Оно возобновилось летом 2021 года. До 2018 года детский садик «Бурул-Эне» назывался «Бакыт». Сначала он функционировал в здании старой школы, а потом в здании колхоза. В 2017 году детсад закрылся из-за аварийности помещения. Старый детсад был в ужасном состоянии. Теперь для детей построен новый детский садик со всеми условиями. Внутри есть все для того, чтобы ребятам было комфортно. Радует еще и то, что учителям подняли зарплату. За последние годы в Лейлекском районе построено и сдано в эксплуатацию около 10 социальных объектов, таких как школы и детские сады. В то же время предпринимаются усилия по возврату зданий дошкольных учреждений, ранее приватизированных по различным причинам. Мадина Низамова, Улан Макамбаев, Иният Эргешева, ЛТР, Баткенская область.